а во дворе аниматор. Ну так, понятно, что название переводить не нужно, так реаниматоры называются. Вновь тут никакой заставки нет. Ну что это такое? Вот я не знаю, сейчас увидим. Я даже точно сказать не могу, пока не увижу. Без заставки вообще ничего не понять. Так, ну а, ну вот, понятно, да. Это, кстати, это город, я вчера включал. Как бы тут надо по прямой улице пройти, переправиться на другой берег реки. То есть это как бы городская карта. В общем, получается улица БЦ. И тут везде, разумеется, боеприпасы раскиданы. Потом это грибовидное подземелье. Ну, это кубольное, точнее, правильно сказать. Не грибовидное, кубольное Д. Потом какое-то здание Е. Потом как-то переправляться надо, и на другой стороне точно... А, ну, наверное, слушай, судя по названиям, это не будет радиостанция, находится ФА. А это еще какое-то здание. Ну, с танком радиостанция уже... Я вижу по характеру точек, что они похожи на другую. Ну, как-то вот так вот. Вот сама улица. Так. Смотрим карту до нужных размеров. Уничтожь все боеприпасы, ликвидируй командира. Вот такая карта. Ну, сразу же начинаем расстрел. Вот тут, смотри, забавный бульдозер. О, там гады побежали. Может быть, слушай, вот там, слушай, во. Ух, как. Это там, наверное, уже на берегу, смотри, вот это купольное здание. Вот тут что-то для скрина прикольные в целом кадры. Так давай вот так как-то нибудь и сделаем. Уж больно все красиво. Вот особенно этот такой... Ну, как это называется? О, тут, блядь, зомбаки! Ух ты, сука! Тут, блядь, этот город-то непростой, запущенный. Ууу, скелетоны! Слушай, это город зомбаков. Да, это будет задача сложная. Фанатики уже. Так, убило. У меня колесико совсем разладилось. Слушай, надо брать КПХ, что ли? КПХ убьем. Тут еще прорвется. В общем, как... Там церковь, что ли? Обычно где зомбаки, там всегда. Колесико, блядь, нам больше совсем хуево работает. Ух ты, блядь! Да. Ты карта не про сраные зомбаки. Ебучие. Ну-ка, давай. Тугур. У меня говниные-то мыши есть, но на них же кнопок нет. Поэтому как-то мне не очень-то ими нормально будет. Давай возьму точку Б. Так, все. Да уже давно что-то эта мышь проглючивала, кнопка на ней. Давай, выноси. Выноси. Начинаем планомерно уничтожать боеприпасы. Ты, блядь. Скелетон! Тут, видишь, сука, надо как-то бежать по улице. Да боеприпасы ликвидировать. Окей. Пидорас.
Так. Херовая карта, я смотрю. Первая херовая карта. Город зомбаков, короче. Вон скелет бежит. Это как бы называется скелеты пиратов. О. Хорошо. Как они кажутся. Так, вон там крыса стоит. Еще и крыс, падлы, развели. Там, слушай, где-то пулемет работает. Пострелять надо. Дочистить, вот там переход, наверное, на другой берег будет. Блять, их дохуя. Так. У этих козлов эти жизни больше. Зомбаки, блядь, ползающие. Не очень-то хорошие козлы. Так. Они там не возрождаются ли, блядь? Херово дело. Этих пидорасов еще хер простреляешь. Тут, блин, еще боеприпас какой-то хранится. Надо подрывать. Готов. Да, тут карта пизда, короче. Он, сука, их сделал еще возрождаемыми, так это вообще будет. Знаете, как много-то, блядь. Сука, поработал. Так что вон там боеприпасы там лежат. Ну-ка, стоп, стоп. Все, готов. Опаснейший пулеметчик снят. Да, их
Может, этих гадов еще хрен просто так снимешь, они же еще очень хорошие. Ты сука! Так, надо вот туда пробежать и быстро кинуть боеприпас. Так, все нормально. У пидораски. Тебя сейчас взорвется, сейчас ну попробую. Где он? Это тут точка. Где она, блядь? Да, блядь. Ух, сука. Херовая карта, блядь. Вот где-то рядом, там совсем точка. Блять, эта мразь опасная. Который вот ползает очень опасно. Все, я взял, хорошо. Загрызли, ну нормально. Точку С я взял. Теперь надо еще туда вот прорываться, к больному зданию. Да церковь. Тут, в общем, ну не, пока не уничтожишь красных точек, еще там до кирича. Ну-ка давай, конечно, гайд. Все окна кишмя кишат этой нечистью. Какая луна висит. Да. Серпиком. Только надо подорвать. Ну чё, мимо. Так, нормально. Какая херовая карта, кровавая. Так, надо подорвать вот этот ящик. На улице. Улица мертвецов. Так, надо посмотреть. Вот там не уничтожено, за улицей еще какие-то точки. Блять, вот ты хер хуй прорвешься. Ну правильно ты шел хоть. Вот даже не я не знаю. А вот ящики стоят. Ну надо подорвать. Быстро кидай меню. Отходь, подрываем. Так, а тут ничего нет. Где-то управляй его, тут мразь. Вот тут есть еще, тут в двух заброшках есть.
там еще складно. Ну нормально, как я уже стабилизировал. Ну, блять. Да, но тут задача-то стоит не... А где командир спрятался? Тоже... Я не знаю. Пока с этим непонятно. Те, которые ползают, они же вообще... Что они вооруженные скелеты. Совсем плохо. Ну давай сюда быстренько прорвись. Давай кидай. Отходь. Подрываем. Сюда, 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 сюда. Нет, не бежал. Вот надо теперь туда, блять. Тут как спринтер, короче. Причем, короче, карта построена на какой-то хуйне. Спринтерской. Да не ссы, блять, не ссы. Я не понял, подожди, где? Ещё где? О, блядь! Сука, это, наверное, крыса убила. Я думаю, это крыса. Закололи как бы. Ты, блядь! Крысы, блядь, сука, в траве ты их хер увидишь. Ты, блядь, он еще и не убивает. А где это здание-то? Подожди, подожди. Мимо, мимо, вот сюда, сюда, сюда. Пошел, пошел, быстро, быстро. Блять, сейчас завалят. Ух ты, блять, еще одна выскочила. Я вроде кинул, но я не знаю, сейчас взорвется, нет. Сейчас проверим. Сейчас, 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 давай, пошел. Вроде как все. Блять, они даже эти пидоры не дадут осмотреться. Ну давай. Так, безопасно ты лег, нет. Так, в общем, в районе улицы БЦ вроде как все похерили им. Нормально, да теперь надо. Ну там вон я еще вижу два склада. Это, во-первых. Туда надо к точке Д бежать. Сейчас задача вот к купольному зданию прорваться. Где-то КПшка. Я не вижу. А, вот она, вот. Сколько? 208 метров примерно. Да он ковш стоит. Сука, ты посмотри, сколько выстрелов, ему похер. Херачишь, херачишь, а ему похуй. Бежит, все, даже не реагирует никак. Мертвечина, сука, ебаная. Луна прикольная, в виде полумесяца. Вот та река уже видна. Там стоят гады, давай. Высоту. Только и тут тоже стоят. Ебучая, блядь, мышь очень хуёво себя ведёт. Я как-то боюсь её взламывать, она же, наверное, раздумает. Шурупа никаких на рейзеров уже нет. Кнопочные. А просто взломать. Ну, можно ножом стачить, но это будет страшное. Хуй. И она на руку-то потом наружу не налезет. С огромными заусенцами. В общем, задача твоя пробежать через вот эти руины и захватить таки точку Д у купольного
зданием. Сейчас ничего не надо делать, быстрее точку забери. Вот сейчас если пробежишь... О, блядь, пизда, сука! Ну, оно в голову, наверное, попал тебе. Обломился. Ты, блядь. Так хорошо бежал, но... Обломился. Да блять. Закил. Да блять. Да блять, это пизда. Давай, давай, вот так вот. А неужели не добежишь? Нет. Да блять! Сука, я опять точно в башку. В конце. Вот хуйня-то. Тут уже там остается там буквально 2-3 метра. Все равно пизда свалила. Да какое нахуй надо, блять, взять? Не надо ничего делать. Брать, брать и брать. Любой ценой. Сейчас, наверное, все-таки возьмем. Да нет, все взяли. Все нормально. Ну все. Так, сяк наперекосяк. Говорится, тут надо еще искать. Вот где-то тут огромный склад, а где? Ну пизда, там такие дохуя их. Суки, суки! Там-то вот туда, в ходе. Надо как-то будет вычищать. Вылазят некоторые. Которые ползают опасно. Скелеты очень опасны. Ну, блядь. И как ты туда пролезешь? Сука, надо зачищать это купольное строение. Так, ну-ка. Давай живешь все в тумане. Химическом каком-то. Так, стоп. Так. Черепуха. Как череп вообще может подохнуть, вот непонятно. Так. Ты, блядь! Сука. Так, а тут есть вообще что-то? Там какой-то... Нет, там, наверное, блядь, сука, все-таки подземелье будет. Блядь, стоп! Там, блядь, не возрождаются, это будет пизда. Как я туда прорвусь. Автомат переводи. Так, все, я прошел за купольное здание. Теперь надо вот в подземелье лезть.
Так, шахта. Блять, вот подземный ход куда-то идет. Да. Там, слушай, вода льется. Ну да, я атаки уже проходил. Там, короче, льется вон вода. Я таки проходил, вон, видишь. Там это... Ух ты, блядь, отойди от него. Бездонный водопад. Отойди, отойди. Только на автомат ставь. Ты, блядь. Не воняй. Так, вот, видишь? Бездонный водопад. Ну, такие мы проходили с мостом. Много раз такие уже карты проходились. Вот, видишь, там вода где-то льется на огромной глубине. Потоком. Что это за хрень, мы не знаем, короче. Да блять, ты сейчас тебя... Ты блять, сейчас он тебя убьет. Да нет, иди. Давай туда аккуратно. Фу, какой поток. Прикольно. Да, тут нифига нет. Щиток какой-то. Давай, только не сдохни. Чё, нахрен подыхать тогда, блядь. Вот давай сюда аккуратненько. Склад вот здесь. Тут очень много этих ящиков. Так, окей. Тонна этой нечисти, блядь. Маловато, сука, здоровья-то осталось. Ладно, кидаем парализаторы. Одна мразь. О, трупаки висят. Скальпированные, наверное, не будет. Тут, в общем, короче, храм сатаны. Уже, видишь, у вас висят скальпированные чуваки. Вниз головами. Четыре чувака. Ну и боеприпасы они тут положили. Ну, зомби, зомби, это зомби. Четыре ящичка боеприпасами. Обязательно, видишь, за купольным домом. И напротив, смотри, купольного, как минимум два скопления. А потом уже в здание Е, в общем, получается, северный берег будет зачищен. Сейчас давай отойдем, но только убедимся обязательно, чтобы они были подорваны. Ну, водопад, это безопасно. А теперь и тут безопасно. Просто неприятно висят, видишь, эти чуваки. А даже, кстати, их, слушай, какой там 4, их тут дохуя. Ну давай посчитаем, сколько их. Тут висит 4, да тут 2. 6 чуваков. А ну 6, число дьявола, да. Понятно. Такое мрачное какое-то обшарпанное ощущение. Водопада вполне безопасно. Здесь можно не бояться. Уй. А я решил спрыгнуть, но зачем ты это сделал, непонятно. Офигеть, слушай. И чё дальше? Хера, я ничего не понял. Тут как-то странно, тут глубины-то большие нет. Отсюда теперь ты хрен выберешься. Нету никаких лазов. Ну, обновляйся просто. Так, я просто для смеха решил посмотреть, что это за херня. Да. Так. Что тут за херня? А вот, все, вот в этих каменных руинах еще был один склад. Да, вот такой вот вид. Достаточно непонятный. Ну давай отходим. Маяк там все еще просвечен. Все, и конечно в церкви, да, еще один склад. Тут же сразу. А нет, или стоп, где церковь-то точка Е? Нет.
Церковь, она против церкви. Вот в этих каменных руинах наверняка второй склад находится. Блять. Они там вот в основном тусуются на улице. Здесь-то их уже поменьше, но тоже есть. Давай подрываем. Оп. Быстро, быстро, отходи, отходи. Очень хорошо. У, блять, что-то там на церкви херачит. Ну ладно, все с этими покончено. Два склада в руинах, в каменных руинах тоже ликвидированы. Теперь надо туда двигать. А, кстати, это уже строение ведь на другом берегу радиостанции, да ведь? Да-да-да. Туда мост идет. 598 метров. Прилично. Ну давай, короче, сейчас к церкви. Церквушки к этой. Тут какое-то строительство велось. Ну просто что, поганые зомбаки устроили, вероятно, геноцид какой-то. Судя по всему, потому что... Так. Ну что, заскринили, это я хотел заскринить. Ты, блядь! Стоит, расстреливает, блядь. Тут в могилах-то не сидит никто. То есть могут. Так, давай все, берем точку Е прямо у кладбища. Ой, этот чувак все время, морда его долбаная, висит. Какой-то английский чувак, который на фольклендах загнулся. Так, давай, короче, кидаем туда парализатор. В церкви, конечно, тоже склад. Даже думать не нужно. Сразу подрываем. Видишь, они там все улицы в основном тусуют. Мрачная. Хотя и тут он есть кое-как. Так что тут тоже непросто. Ой, не так. Давай туда парализатор. Сейчас внутрь церкви заходим. И да раз сверху так вот. Так, ну нормально. Давай, улетай, улетай. Так, сейчас подрываем, отходим. Падлы в церкви устроили. Все нормально. Так. И стоит Иисус. Ты, блядь. Еще один. Я вот 100% практически уверен, что наверху там тоже что-нибудь доедет. Поэтому надо сходить, мотаться обязательно. Ну, на колокольню. Ты говно. Куда полезла в церковь? Не стоит тебе это делать. Так, давай по винтовой лестнице вскарабкиваемся. Блять! Сука, пулемет. Да я что-то как-то не успел даже отреагировать. Давай сейчас попробуем по новой. Скарабкиваемся туда. Только действуем более быстро. Да, поначалу кажется круто, когда церкви появляются. Да православная тут тоже есть. Все, пулеметы уничтожены. Так, ну вот такой вид. Тут за веткой так, это плохо. А там вот дорога к мосту. Да и предстоит тебе идти. Даже такой вид прикольный. Ну, радиостанция это получится последняя задача. Там, конечно, танк будет наверняка стоять. Ты уже, как говорится, и даже думать ничего. Все, зачищено. Теперь по мосту пошли.
Это какое-то говно шагает, ну хер с ним. Ты, блядь. Так, стоп, стоп, стоп. Ну еще один стоит. Так, ну переправляемся. Я не знаю, наверное, вертолет может за мной прилетит, вот там стоят какие-то чуваки стоят. Мост нормальный. Да я не знаю. Мост зомби. Зомбовский мост какой-нибудь. Ну, короче говоря, тут уже все легко сейчас. КП-ху только берем, КП-ха правее входа, потом там же, наверное, танк будет стоять, надо танк будет еще сжечь. Танк тоже с зомбаками укомплектован. О, слышишь, умеет танк. Все дома, они стандартно сделаны. Так, эта часть уже заросла. Ну, сразу же перепрыгиваем. Все. Пидорасы, там еще какая-то мразь. Ну все, КПХ я взял. Поставить последнее внутри радиостанции, получается. Все взято. Сука, как уничтожает, блядь. Ты пизда, где ты? Вот еще одно. Вроде как зачистил. Так, давай открывай ворота, отбегаем сразу. Полная нечисть. Ну давай, сжигаем танцы. Сейчас сожгем танк. Так, довольно-таки сложная карта, уже в завершающей фазе. Все, он уже перегружен, как говорится. Все, все, готов. Полализатор туда. Ух ты, жады. На них и парализаторы, слушай, блядь, не есть. Какие поганцы. Ну, во дворе, как обычно, ящики стоят. Туда кидаем мины. Кого-то, может, заденет. О, блядь, в упор. О, сука! У скелетов оружие, это охереть. Козлы. На них еще и не действуют эти, даже похоже. И ворота кто-то законопатил. Давай, давай, давай. Что-то пока тут идет херня. Ворота не надо закрывать. Так, нормально. Не воняй. Там улетел гандон один. Ты! Так, нормально. Начинаем ликвидацию ящиков этих долбанных. Давай отходим. О, командира убила. Хорошо. Хорошо, командира где-то тут убила. Классно. Теперь давай наверх. Плохо, что очень темно. Ну-ка, ну-ка. Эй, блядь, ты куда? Ебать тебе в рот, ты куда?
сука, не попасть. Давай аккуратненько. Ой-ой-ой. Все нормально, нормально. Так, теперь давай идем сюда. Там опять компьютерный центр, понятное дело. Понятно, что они тут тоже стоят. Все, навалили. Так, ну побежали по новой. А тут зомби-то и не воскресают. Получается, от танка-то толку мало, потому что там я уже все сделал. Так, где эта нечисть-то стоит? Он там стоит. Все, готов. А давай-ка аккуратненько. Так. Компьютерный центр. Давай его взрывай, ведь долбиня. И быстро отошел, только поскорее. Он железка, я смотрю. А чё за железка, блин? Никто ведь не едет. Какая-то железка непонятная. Ну, короче, а может они приедут, ну, по железной дороге? Ну, сейчас увидим, ладно. Не будем пока гадать. Пойдем пока штурмовать дальше. Наверх. Так, аккуратненько. Так, аккуратненько. Так, вот арсенал. Во, все, взяли точку А. Последняя точка. Так, ну тут у них и радиостанция, стоп. И боеприпасы. Ну, радиостанции не обязательно уничтожать. Так, отойдем. Ну, вроде все. Там, слушай, двигаться начало. Давай. Короче, все, я покончил с боеприпасами. Или не покончил, слушай, там что-то есть, что ли? Хера не понимаю. Ну давай осматривать дальше. Что, почему-то точки-то красные горят. Плохо дело. Ну давай позырим. Боеприпасы-то вон тут, левее входа стоят. Хера не понял, где они. А так нет, слушай, там какой-то... Не, тут еще какое-то здание есть. А чё тут может быть? Подожди, я ни хера не понял. Подожди, подожди. Или они тут, в маяке? А, ну да, да, значит они в маяке. Ну, я уже вижу, что обычно-то там ничего не бывает, а вот тут они почему-то вовнутрь поставили. Ну, давай позырим. Поэтому надо их подорвать. Так, все понятно, короче. Маяк их задолбушили. Все боеприпасы. Все, сразу же конец. Я не знаю, поездов тут никаких не ходило. Наверное, сожрали зомби всех машинистов, как говорится. Джон набирает 1502 очка, 232 врага. То есть, получается, 2,5 роты ликвидировано. Но, несмотря на большое количество зомби у улицы, все-таки быстро я достаточно пробежал эту карту.